Если вы фанатеете о таких играх, как Tarkov, DayZ, Hunt и так далее, то зацените канал Апача. Парень играет в сурвайвалы со времен ванильного DayZ мода. В его роликах вы найдете нереальный экшен, непередаваемую атмосферу и, конечно же, великолепный саундтрек. Как будто кино смотришь. Заинтересовало? Ссылка будет в описании под видео. Встретил вал. Идем? Хаешка, хаешка. Возможно, справа в углу. Да-да-да-да. Видишь, нету? Нет, чисто. Северный ушел, да? ХЗ, не понял. Контроллер северный. Дверь. Обходи справа по низу. Сейчас закрываю двери. Он не мог далеко уйти. Шагов не было. Ты? Да, он за дверью стоял. Выгнал из двери. Он за дверью стоял. Дальняя дверь? Справа обойди в стекло, ну в офисе. А, в офисе, понял, понял, понял. Конечно. Поэтому он далеко не мог уйти. Кинга туда, кинга туда. Да-да-да-да-да, я знаю, ушла. Он справа побежит, потому что слева я его жду. Ой, справа. Башку дал ему, не уверен. Справа. Видел, справа. Видел. Справа. Пушу. Минус он. Хорош. Чекаю низ. Низ чисто. Под нами тип, северный. Ты в офисах? Сашка, под нами, да? Внизу, да, под нами. Северный. Минус он. Хорош. Перезарядка. Запало. Так. А, я понял, откуда он пришел. Как раз дверь, которую я закрывал. Да, да. В сторону лабы. Движение. Сторона. Ползаешь ты? Да. К шелькам. Минус. Прямо. Минус еще, третий. Как раз слоты под него есть. Ой. То. Что это было? Это был вал, понял. Я не слышал. Он на цыпочках там. Просто покидал, проверяй. Бахнул его? Пока нет. Минус. Хорош. Двое. Понял. Квест гренадер засчитался. Второй минус. Не пошли к ним, они пошли к вам, да? Да, да. Ну тут такие, как бы, валы и броня 4-го класса, бронеразгрузка.
Нормально, конечно, блядь, залепил. Мгновенно просто. Face of table. Сейчас посмотрю, с чем он был. ВСС-ка. СП-6 патроны. Давай. Вот это поинтересней. Ёпты, тебе спортсмен. Ох ты ж. Слик, ёлопала. Карик почетный. Нормально. А, да-да, стоит Сашка. Наверх пошел подниматься. Хорошая граната очень. По контролю все. Угу. О, открывает. Вниз ушел или вверх, не пойму. Понял. Каким стреляешься? Спускаюсь на этаж, зайду в серверную через дверь. Ты и так будешь сейчас ждать. Я знаю. Из-за серверной. Хаев вправо, влево. Прохожу. Не попал, двоечник. Где он? Сверху, слева, сверху. Что-то я не понял, они обратно клавиши, что ли? Что за Манс Гейминг у нас такое? Ну, пацаны не хотят умирать. До конца скрываются. Кажется, они в лабу обратно отступили. Рифму, рифму!
Блин, бот. Руку мне сломал. Там столько топота, ты где именно бегаешь? Здрасте. Они вот здесь, они зеленые. Один минус. Второй минус. Я выхожу зеленый. Вышел, да, убил ты их? Убил. Все двоих, хорошо. Убил двоих. Пытались уйти, да? Убегали, да. На второго не 100% инфа, но вроде дал ему в белый улач. Проверить бы его. Иди. Лутаю своего типа второго. Дроп со сладкоежки. Флехи ты откидываешь? Нет, не я. Это я не слышу, склады, братан. Склады флехи. Братан, я флех не слышу. Понял, я слышу, склады и флехи. Да, пофиксится. Я вот что, Зе вот лежит? Пошли. Вот же. О, что залило? Just stay focused, guys. Not bad. Эдриан Батон, сколько вас тут? Алло, оружие? Еще и двушка.
Блин, брони меня все сточили. Сейчас отъеду. Тактика убитая тоже. Блин, плава броня целая. Две БТшки мне всего лишь попал, мрудак. Две БТшки. Гранаты пошли чичерские, самонаводящиеся. Ох, ёб, граната! А, блядь! Щемись, нахуй! О, я же говорю, самонаводящийся. What is your fucking problem?
В пристрой вроде один ходил. О, я же говорю, ходил. Думаю, показалось. Так, я успею толкнуть 17 секунд. Блин, нет, не успею. Не будем жадничать. Not bad. What the hell is the matter with you? Последний тоже был пировец. Блин. Нормально.
Ёб твою мать, спасибо, но хоть не убил. Решальники там, походу, стоят. Решаловские. Блин, чашка. Надо, походу, веску, которая без галки, выпросить. Кто там ползает? С галкой оставить потом на продажу. Чтобы было не так тяжело бегать просто. Мысли. А. Фига, блин. В смысле? Понял. Что тут лутается, что ли? Стоять? Да в смысле? Пополз. Блять, даже его жалко стало. Просто хотел уползти. Че, чучело поставили? Хотели обмануть меня? Как уж эти профессионалы, блин. Понравилось видео? Подписывайся на канал и вступай в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео или стримы.